Экологи бьют тревогу. Количество мусора на земле неуклонно растет. Из года в год увеличивается количество пластика, на разложение которого требуются десятки, а то и сотни лет. Свое решение проблемы предложили белореченские общественные экологи. В городских школах они провели агитационную акцию по изготовлению многоразовых тканевых экосумок. На одном из мастер-классов побывал наш корреспондент Вера Савельева. Сегодня кабинет технологии школы номер 5 изменил свой обычный учебный процесс. На партах три десятка заготовок, которые совсем скоро станут авторскими работами юных дизайнеров, участвующих в акции «Экосумка вместо пластикового пакета». В качестве примера и вдохновения выставлены готовые сумки. Часть из них под брендом известных торговых марок. Остальные сделали участники акции других белореченских школ. Перед тем, как приступить к работе, общественные экологи рассказывают ребятам о сложившейся проблеме. К сожалению, не все сегодня понимают, зачем ходить в магазин с сумка, если можно, за 2-3 рубля купить на кассе пластиковый пакет. Кто знает, сколько минут держится такой пакет? Сколько используют по времени обычный пластиковый пакет? В среднем минут 10 от магазина до дома. Все, вы купили, донесли, выбросили. И так каждый раз. Вы представляете, сколько денег вы тратите на эти пакеты? Каждый год в мире производят более триллиона пакетов из пластика, срок разложения которых в среднем составляет несколько веков. Загрязняя окружающую среду, они часто становятся причиной гибели животных. Альтернатива пластиковым пакетам – тканевые сумки, которые можно использовать многократно, не засоряя природу. Тема нашла отклик у ребят, и они приступают к рисованию. У каждого свои задумки, воплощать которые в этот день помогали молодые специалисты Еврохим БМУ. Кроме кистей и красок, в ход идут трафареты, ленты, значки и даже наклейки. Пластиковый пакет мы покупаем очень много раз и каждый раз используем новый. А экосумку мы покупаем один раз и можем ее постирать и использовать снова. Я рисую экосумку для того, чтобы людей призывать к тому, чтобы они не использовали полиэтиленовые пакеты, так как они разлагаются очень долго. А эту сумку можно использовать много раз. Сотрудники Еврохима всегда с готовностью участвуют в акциях общественной организации «Экосодружество». Сегодня их главная задача – помочь школьникам сшить и украсить сумки, а также ответить на все интересующие вопросы. Мы очень рады присутствовать на этом мероприятии. Тема экологии очень актуальна в данный момент. Для нашего предприятия это очень важная тема. И мы очень рады, что детей с младшего возраста уже прививают отношение правильное к экологии. Сегодня мы шили и разрисовывали экосумки. Получились очень приятные сумки, с которыми будет не стыдно ходить. С начала учебного года акция «Экосумка вместо пластикового пакета» прошла в 5 белореченских школах. В ней приняли участие 1,5 сотни ребят при участии их учителей по технологии. Мероприятие организовано в рамках проекта «Добровольцы-экологи за чистую природу Белореченска», который реализуется общественной организацией «Экологическое содружество» с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Все участники акции получили памятные подарки – многоразовые тканевые сумки, которые смогут использовать сами или подарить близким. Организаторы акции надеются, что этот пример сподвигнет и других белореченцев сделать шаг к экологическому здоровью нашей планеты. Вера Савельева, Сергей Чернецов, «События и люди».